Олега. Поехали, музыка громче. And in the palace with the trickers out in Paris. Yeah, niggas get embarrassed. Yeah, y'all niggas get embarrassed. Yeah, I'm full-blown savage and a motherfucking current. Killing is a habit, let me grill it with that match. Spill it blood, heads getting cut, cause I had it at living up. Nigga, I'm with drugs, living lavish. So I trip out, just dip out, pull a split out. It's inside in, hitting out with a shit. I'm the pussy brand, it's shut your match. Just be silent, you don't want no problem. Продолжать. В следующем раунде то еще придется что-то показать. Андрюха, это мы уже видели. Ну что, парни, может, по-дружески остановимся? Отлично. Ну что, друзья, сейчас наши жюри совещаются, буквально минуту мы им дадим на принятие решения. И дальше я подниму руку того участника, который проходит у нас в следующий раунд. Дружба! Ну что, наше жюри готово. Давайте, ребят, давайте лицом к зрителям. Наверное, вот здесь вот станем. У нас где зрителей больше? Даже сложно сказать. Прямо, Рома. Прямо. Давайте туда смотреть будем. Я стану между вами. Да, ребят, так уж временно вас разлучу. Ну что, на счет три судьи просто покажут в ту сторону, в которую надо. Я подниму ту руку, которая победит. Давайте. Три, два, один и... 2-1. Глеб Козленко в следующем раунде. Отлично, друзья. К сожалению, пришлось их разлучить. Андрюша нас раньше времени покинул, но ничего страшного, такому жребий. Итак, следующая пара. Тоже достаточно сильная пара, так уж
Саша, получилось, что они сошлись в четвертьфинале. Это Кузьминский Конкин. Ребят, решите между собой, кто первый, кто второй. О, нифига себе. Итак, Вадим Кузьминский нас начнет. Не подведи. Все. Боюсь. Евгений Конкин нас продолжит вторым. Так, не мешай мне, вы самый классный. Да, мою камеру опозорил. Ну что, давайте поаплодируем Вадиму, он нас стартует. Поехали! Рома, отойди. Кривой. Напомню, что Евгений Конкин у нас является действующим чемпионом Республики Беларусь в индивидуальном фристайле 2016 года. Привет. Итак, это «Горизонт» с попыткой выхода в самолет на трех парах. Перед вами, уважаемые зрители, выступают не профессиональные спортсмены, а уличные. Время закончилось, так что извини. У Вадима, я так понимаю, еще есть время.
15 секунд увозимо. Закончил. Итак, ваши аплодисменты. Это были Вадим Кузьминский и Евгений Клонкин. Сейчас судим. Я так понимаю, видимо, непростое решение, но им придется посвящаться и решить, кто же из этих ребят все-таки пройдет дальше. Я думаю, что вот первая двойка у нас, я бы сказал, заслужила хотя бы полуфинала. Но, увы, местом всего 4, а у нас еще 2 пары спортсменов. Жень, напряги руку. О, здоровый чувак. Вадим, ты давай, конкурент. Тоже здоровый. На мой взгляд, Вадим, ты был первый. Не забей, Жень. На мой взгляд. А по мне, у вас двоих были, честно говоря, не так, сильные элементы, в принципе, молодцы. Как бы наравне, в принципе. Вот ты был сильнее. Жень, ну дорога. Ну что, судьи решили каждый сам вот не единогласно, а вот просто давайте сюда встанем, ребят, чтобы так побольше людей видели вас. Один справа, другой слева от меня. Давайте, 3, 2, 1. Здорово! Вышли в первом раунде. Молодец. Итак, следующая пара участников –